Привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Сегодня поговорим об игре, об одной. Сделаю видеообзорчик. А также, если вы хотите поддержать канал, можете приобрести вот этот вот циферблат от Венской студии. Фирменный циферблат канала SmartWatch. В описании видео две ссылочки для России на Aver Store магазинчик. Там же ссылочки есть о том, как этим магазином пользоваться. И на Google Play. Я думаю, это все умеют и знают. Ну а мы с вами об игре. Поехали вниз. Кстати, если вы приобретете этот циферблат, вам будет открыт доступ в канал. Это канал именно только для спонсоров. SmartWatch, телеграм-канал. Так что, если будете его покупать, по ссылочке там, пожалуйста, пишите мне, отправляя чек, я вам дам доступ в этот канал. Ну а мы поехали об игрушечке. Игрушечка, вот эта вот игрушечка. Игрушечка простецкая, адаптированная для наших с вами часиков. Navir OS, в данном случае Galaxy Watch 5 Pro 46 мм. Простая игрушечка. Смотрим, что у нас тут есть. Сейчас она прогружается. Я уже какой-то там прошел период или какой-то уже круг. Вот, видите, нажимаю еще на один. Вот сюда. Маленечко, конечно, неудобно, то, что маленький здесь экранчик. Надо умудриться попасть. А, вот так, видите, смотрите, что трубодело. Короче, туда-сюда тыкаем, попадаем и входим в игрульку. Звук бы убавить, что ли, или как? Ну, я думаю, слышно. Так, здесь покажет он сразу, как этим всем пользоваться, и дальше мы с вами поехали. Ну, я думаю, эта игрулька всем знакомая. Нам нужно вот так делать, да, для того, чтобы у нас пропадали, как эти, ну, вот эти вот штучки. Вот даже подсказочки тут есть. Вот смотрите, сейчас здесь сделаю. Сразу 4 ушло. Они вот моргают, те, которые нужно делать. Опс, опс, готово. И так далее, тому подобное. Эта игрушечка доступна будет в магазине Aver Store. Там же есть ссылочки на то, как этим магазином пользоваться. В описании видео есть все, дорогие друзья. Поэтому обязательно смотрите, будьте внимательны. Там очень много ссылок. Вы были на канале SmartWatch. Если что, циферблатик покупайте. Пока.